Сегодня мы будем проводить мастер-класс по изготовлению резинок для волос. Для этого нам понадобится бумага Fine Run называется, можно несколько цветов, и для листьев зеленого цвета. Также резинка для волос, бусинки для нашей фантазии, пистолет, горячий клей и утюг для разогрева Fine Run. Приступаем. Для этого нам нужно вырезать несколько деталей, круглых деталей разного размера. Затем мы берем наши круглые детальки и разрезаем на мелкие части. Затем нам следует утюг ниже. Все, вот у нас готовые детальки. Затем мы складываем в 4 сложения. Этот материал разогреваем на утюге. И скручиваем. Затем нам понадобится горячий пистолет. Еще мы изготовим лепесточки. Срезаем прямоугольнички. Вырезаем форму лепестка. Заготавливаем, чтобы закрепить на резинку цветок, делаем кружочек. Теперь занимаемся сборкой. Берем бусинку, горячий клей. Наносим на серединку. Приклеим бусинки. Поднимаем. Все, и затем друг на друга. Наш цветок готов, осталось закрепить его на резинку. Накладываем на резиночку, а для этого нужен был наш кружочек. Все, наша резиночка для маленьких прицелов готова.